Казанский образ Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых на русской земле. В его честь освящено немало храмов и монастырей. В Алма-Ате в честь этой иконы выстроен Казанский собор. На престольном торжестве там побывали наши коллеги. В день чествования Казанской иконы Божией Матери во всех православных храмах Казахстана прошли торжественные богослужения. В Казанском соборе Алматы божественную литургию возглавил митрополит Астанайский, казахстанский Александр. Казанская икона Божьей Матери считается покровительницей русской земли. С давних пор люди молились ей, просили помощи и поддержки в самые сложные для России времена. С Казанской иконы сделано множество списков, а сама икона прославилась своей чудотворностью. Больные выздоравливали, слепые обретали зрение, враги были побеждены и изгнаны. Наиболее известные чудеса заступничества Божьей Матери связаны с событиями смутного времени. Чудотворная икона помогла ополчению во главе с князем Дмитрием Пожарским и купцом Кузьмой Мининым 4 ноября 1612 года победить врага и освободить Москву от поляков. «И посети виноград сей, и утверди его, же насади, десница твоя». Молитвы Казанской иконе Богородицы судьбоносные. Люди верят, что во время любого бедствия, горя или напасти она может закрыть своим невидимым покровом просящего о помощи от всех бед и спасти его. В православном календаре два праздника Казанской иконы. День 4 ноября установлен в знак благодарности за избавление Москвы и всей Руси от польских интервентов. В старину этот праздник был причислен к государственным и пользовался особой любовью народа. И сегодня он вновь возрожден в России как День народного единства. Сегодня день Казанской иконы Божией Матери. Это престольный праздник, построенного нашими сродниками, нашими благочестивыми предками храма, посвятившего его одной из любимых икон Пресвятой Богородицы. И мне отрадно совершить здесь божественную литургию, вместе с вами помолиться о живых и усопших, помолиться, чтобы Господь утвердил сей храм, и он стоял даже до скончания века. Престольное торжество – это всегда в жизни храма особое священное событие. Наши с вами благочестивые сродники всегда почитали престольный праздник как вторую Пасху, оставляли все свои дела и устремлялись в храм, чтобы единым сердцем, едиными устами прославить и возвеличить Господа.